Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в RimWorld, и, наконец-таки, друзья, у нас появилась возможность добыть для себя ядро ИИ путем рейда, скажем так, друзья. Здесь есть, появился у нас недалеко лагерь, ну, относительно недалеко лагерь Северо-Восточного Товарищества, и за его уничтожение нас обещают наградить тем самым ядром, друзья. Мы, я думаю, с вами должны этим воспользоваться, потому что, ну, фиг его знает, где нам с вами еще это подвернется такая удача. Да, скажем так, и где мы вообще его добудем, поэтому, я думаю, нам с вами нужно выполнить просьбу, скажем так, наших товарищей, которые просили нас зачистить тот самый лагерь, и награду свою получим, конечно же. Невероятно, мы с вами станем чуть-чуть ближе к постройке корабля, ну и затем можно будет отправить торговый караван, я думаю, подальше, вот сюда, в серый вассал меня интересует, нифига, меня интересует вот это вот, юго-восточное содружество, потому что в серый вассал здесь и рядышком тоже лагерь есть, мы к нему уже ходили недавно, как вы помните, и там не то чтобы много, но чуть-чуть у них урана все-таки купили. Итак, друзья, сегодня мы с вами, значит, отправимся в рейд. В рейд вот на тот самый лагерь, и, конечно же, как обычно, нашу рейдовую команду будем с вами собирать. Тех же самых ребят, я думаю, 8 человек в принципе хватит, там их 17, нас 8, в принципе их в 2 раза больше, но я думаю, мы с нашим снаряжением должны затащить все это дело, друзья. Ну, еще, конечно, непонятно, какая там местность будет, скорее всего, там мало гор будет, но мы как-нибудь будем прикрываться, знаете, а может быть, что-нибудь быстренько даже построим, не знаю. Посмотрим, короче говоря, как определимся на местности уже непосредственно. Итак, у нас с вами есть что поесть, есть сухпайки с собой, их, конечно же, мы с вами и возьмем. Так, ограничение назначения шикарное, все нормально у нас здесь, и давайте будем загружаться потихонечку. Берем мы с собой, как всегда, всех тех же самых ребят, давайте начнем с ближников. Дэнни Оборванка, Джонс Офицер поедет с нами, дальше Росомаху возьмем, да, нет, наверное, возьмем все-таки Хамса. Возьмем Хамса и возьмем Дава. Четыре ближника у нас с вами есть, и теперь дальники. Значит, у нас с нами поедут Дива Сиделка, Фабио поедет, Сандерс Фовер поедет, и давайте возьмем Хант. Давайте Ханта возьмем тоже, пускай будет с нами. 8 человек у нас с вами есть, 280 килограмм можем тащить, нам столько и не нужно. Загружаемся провизией. Так, на 7,3 дня у нас запас еды получается, сухпайки, да? 7,3 дня, но это вполне достаточно, даже много, скорее всего. Нам столько с вами и не понадобится, я уверен. Давайте, наверное, 60 просто возьмем, как бы еще 5,3 дня. Я уверен, что там буквально пару-тройку дней займет путешествие обратное, поэтому точно этого хватит. Да плюс еще ягоды, которые они собирают, также пойдут в еду. И мы с вами, кстати говоря, давайте, наверное, возьмем спальники, может быть, с собой, которые делали. Так вот, найти бы их. Во, спальный... Так, спальный мешок из толстой шкуры, смотрите-ка. Они у нас тоже с вами присутствуют. 8 человек, и у нас 8 спальников как раз ровненько получается, да? Вот, балдеж, спальники с собой забираем, и потом, я надеюсь, будут их использовать для того, чтобы, собственно, спать в них, когда будут на отдыхе. Все, у меня все готово, принять. Взяли с собой все необходимое, пускай они начали погрузку указанных, отлично. Запрос торгового каравана еще к тому же к нам пришел. Архаглаз и силовая клешня, кстати, тоже неплохо. Тоже неплохо. Требует от нас ковбойской шляпы. 42 штуки. Ни хрена себе, 42 ковбойских шляпы. 13 дней. Ну, не знаю. Если не забудем, если успеем, то, в принципе, можно было попробовать, конечно. Но нам с вами нужно будет делать 42 ковбойские шляпы. Нам даже хранить-то их негде, елки-палки. Но у нас сейчас задача такая. Первоочередная, конечно, это пойти и слетать до той базы, посмотреть, какая там обстановочка вообще, да, и зачистить ее, конечно, зачистить лагерь, прогнать оттуда этих негодяев и получить свое ядро ИИ. Ура, 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 наконец-таки, да. Замечательно. Ну что ж, грузимся тогда, друзья, загружаемся и, в общем-то, можем, я думаю, улетать. Надеюсь, там сильно... Блин, Фабио, ты что-то какой-то это... А, нет, спокойно, все нормально, я что-то подумал, что на стрессе не нормально, все хорошо. Я уж было подумал. Так, ну все, загружаемся, друзья, давайте, это не мешкайте, пожалуйста. Загружаемся в капсулки и... Отлично, так, они загрузились, все. Теперь все готовы для того, чтобы полететь, друзья. Запускаем вся группа, и мы запускаем эту группу прямиком вот сюда, в лагерь, друзья. Сбросить с краю давайте. Поехали. Ей, полетели, друзья. Генерация карты, все, наши приземлились. Вот и мы, где лагерь? Ага, вот тот самый лагерь. Ну, не такой уж он и большой на самом деле. 11 человек, а где еще люди? Где еще люди, друзья? Видимо, внутри где-то находятся сейчас. Но лагерь, в общем-то, примерно такой же, как и был в прошлый раз. Не самое лучшее расположение. Мы можем спрятаться, в принципе, здесь за стеной, я думаю, и отсюда начать атаковать. Хотя у них здесь тоже стена есть. Немножко неудобно, возможно, будет, да?
Можно, в принципе, начать и отсюда тоже атаковать, как-нибудь там отходить. Но я думаю, лучше здесь просто зайдем за стену и все. Если они сразу... Они сразу согрелись на нас, да, я так понимаю? Они сразу согрелись на нас. Или нет? Нет, фу, показалось. Так, кровати, сухпайки все здесь оставляем. Давайте передвигаемся все сюда быстренько. Тихонечко, знаете, дворами, так по краешку идем, чтобы они нас не спалили. Так, тихо-тихо-тихо, ты там это... Близко к нам не подходи, пожалуйста. Близко к нам не подходи, мы должны занять позицию для начала. А потом вы уже сможете к нам подойти поближе. Так, ну что, диво. Тут еще и камни плюс, кстати говоря. Ну, за камнями можно тоже постоять, на самом деле, спрятаться нормально, в общем-то. В общем-то, ничто нам не мешает, да? Даже, мне кажется, может быть, это будет лучше, потому что здесь тоже камни, они нам будут мешать. Ладно, диво, вставай сюда тогда. Здесь, конечно, тоже до них не достанешь нифига. Ну, вариант какой? Вариант, на самом деле, за камни спрятаться тоже нормально, я так думаю, да? Давай-ка, хорошо, все идем сюда. Все отходим сюда. Отходим за камни. И никто пока ни докуда не достает, да, получается. Ладно, иди сюда немножко, Фабио, подойди. Фабио, подойди сюда. Стрельни, пожалуйста, пару раз. Все, уже согрелись, да? Согрелись, отлично. Хорошо, Хант, так. Ну, здесь, конечно, такое положение тебе не очень. Иди сюда лучше, Фабио, отходи туда. В сторону отходи, пожалуйста. Так, да ты в итоге не согрелся, что ли, зараза такая? Ладно, Хант, точнее, Фабио, иди туда. Хант, иди сюда, давай поближе подойди. Согрели их, пожалуйста. Ближники все сюда, подойдите на первый ряд. Вот так по сторонам встаньте тогда. Дэнни, иди сюда. Сандер, встаешь сюда. Давай иди. Дива, встаешь сюда. Фабио, стой на месте, где стоишь. Хан сейчас попробует их согреть. Давай. План капкан, поехали. Так, папа, отлично. Члены начинают атаковать нас. Члены этого братства, скажем так. Но они тоже весьма кривые. Так, все, Хан, отходи сюда тогда. Я думаю, ты свое дело сделал. Отходи, 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 отходи. Все, молодец. Так, начинаем стрелять. Начинаем обстреливать их смачно. Минус один, хорошо. Так, еще стреляем, еще стреляем. Ближники идут атаковать. Ближники также идут атаковать. Помогают нашим ребятам. Все в атаку, друзья, все в атаку. Так, Дэнни попал немножко. Давай, Джонс, помогай ему тоже, хорошо. Хорошо, Сандерса попали немножко, чуть-чуть совсем. Отрезан большой палец. Ёпрасты, ничего себе. Это жахнули. Так, в атаку, друзья. Давайте идем, 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 идем. Наказывать, наказывать. Вы, ребята, тоже обходите здесь. Быстренько этого товарища. Этого товарища бьем. Здесь, идите, атакуйте Муфала. Так, Хамс, иди атакуй вот этого товарища. Ты иди атакуй этого товарища. Не забываем. Все, здесь тоже минуснулись, отлично. Наши дальнички справляются с работой хорошо. Обходим здесь, обходим здесь. Дэнни тоже уходи здесь, хорошо. Джонс, нападай на Биллу. Молодцы, Хамс, отойди немножко, отойди в стороночку, пускай они расстреляют. Пускай стреляют, в голову попали неплохо наши ребята, замечательно, прекрасно. Давайте достреливаем этого товарища. Давайте, 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 давайте. Ну что ж таки, он за камнем стоит, вот в чем проблема. Он стоит, так, у Хамса отлетел щит, Хамс, отойди пока немножко, отойди. Дава, давай, продолжай ближний бой, конечно. Ближний бой, Хамс отходит, все. Они спасаются бегством, друзья, задание выполнено у нас. Так, дальники, в смысле ближники, отходим немножко, отходим в сторону, не мешаем им пройти. Дальники начинают настреливать дальше. Продолжают, точнее, настреливать дальше. Так, вы не трогайте их, вы не трогайте, пускай уходят. Вы, ребята, давайте как можно больше застрелите. Отлично, замечательно. Сейчас пойдем вас лечить. Так, вы куда? Вы, надеюсь, наших трогать не будете? Не будут, им лишь бы спасти сейчас. Им немножко не до этого. Все, супер, мы с вами справились, мы с вами молодцы, у нас куча пимикана. Давайте посмотрим, что у них в лагере есть. Заодно немножко залечим наших раненых ребят. У нас Сандерс раненый, да, получается. И у нас у Хамса просто ушиб. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного. Тут тоже сплошные ушибы. И здесь только ушибы, друзья. В общем-то, все замечательно у нас. Но здесь есть местечко неплохое такое, чтобы разбить временный лагерь, я думаю, да. И залатать нашего товарища одного, который ранен. Так, давайте зайдем сюда быстренько, быстренько, быстренько. Ага, тут еще такие комнатки отдельные. О, здесь есть кровать. Так, а здесь что есть? Так, а здесь что есть? Может быть, тоже кровать? Ох ты, тут даже столик, ничего себе. Так, дружище Сандерс, иди. Мы тебе здесь захватываем, делаем вот такую кроватку. Иди, Сандерс, отдыхай до выздоровления тогда. Ты послужил хорошо, можешь отдохнуть теперь. Так, и товарищи свободны, давайте. О, пролез за столом, покушайте там. А может кто-то залечить, пожалуйста? Залечить кто-то может Сандерса? Есть же среди вас врачи, правильно? Я понимаю. Так, врач, у нас есть очень плохой Хамс. Так, Хамс, ну иди давай. Хамс, залечи, пожалуйста. Грузовые контейнеры упали, ну не здесь, видимо, окей. Задача выполнена. Там плюс ядро ИИ, я так понимаю, у нас с вами есть, да? Надеюсь, вы его
Так, перенесите, пожалуйста, сразу, чтобы он не испортился только. Я вас очень прошу. А то мы сами, можно сказать, буквально потом и кровью добывали его. И это не есть хорошо. В принципе, мы с вами можем уходить обратно сейчас уже скоро, но... Так, работа, значит, еще раз, Хамс. Хамс у нас врач, Сандерс у нас получает свое лечение. Так, Хамс, лечить, пожалуйста, давай делищи. Угу, замотай просто как сможешь, и хорошо. О, балдежненько, отличненько, супер, замечательно. Что ж, друзья, мы с вами отправляемся обратно сразу же, я думаю, да? Так, нам с вами нужно на карту выйти и отправиться домой просто-напросто. Так, выходим на мир и сюда, пожалуйста. Так, проложить путь. Все уходим, конечно, вещи. Ой, сколько здесь вещей, капец. Но нас интересуют только наши сухпайки, конечно же. Наши сухпайки и интересуют нас наши спальные мешочки, которые мы с вами сюда принесли. Трупы нас не интересуют, оружие нас не интересует. Ну, в общем-то, ничего интересного здесь такого больше и нету. Что можно было бы забрать с собой еще? Мясо муфала можно немножко, пимикан тоже нафиг надо. Да, в принципе, ничего не нужно, давайте налегке пойдем. На 4-6 дня у нас запасы еды есть, я уверен, что нам с вами схватит этого дела. Так, все забрали, проверяем. Даже еду еще одну заберем, окей. Так, а зачем вы берете с собой мясо, подождите. Подождите, зачем вы берете с собой мясо? Ну ладно, еду заберите, хорошо, так уж и быть. Так уж и быть, все, принять. Отлично, наш, в общем-то, караван, можно сказать, двинулся. 5,8 запаса еды. Я думаю, что они, в принципе, не так медленно. У нас здесь, правда, по пути серой партии еще находится, но я надеюсь, что все будет с ними хорошо, в общем-то. Они там хоть двигаются? Да вроде двигаются. Хотя, честно говоря, незаметно, так что они двигаются. Посетить? Поехали. Вот, все, теперь точно задвигались. Я и думаю, что вроде на месте стояли. Так, что же у нас происходит здесь? Здесь они ядро ИИ забрали свое. Оно у нас теперь вот здесь находится. Замечательно. Практически самый главный, знаете, компонент для постройки корабля. Ну и осталось, конечно, теперь нам с вами что сделать? Так это нафармить некоторое количество, скажем так, урана, да? При помощи которого мы также будем строить корабль. Много у нас людей. Не знаю, улетят ли все. Улетят ли все, друзья? Возможно, кто-то изъявит желание остаться на этой планете. Посмотрим. Но, тем не менее, кораблик мы с вами какой-нибудь допостроим. И, в общем-то, свалим с этой планетки. Так, а что у нас по дереву? Дерево у нас с вами маловато. Я думаю, что ловушки не строят. Но у нас в этом проблем никаких, в принципе, нету. Нам с вами можно просто их срубить. Тут много дерева уже выросло. И здесь можно срубить, и здесь можем срубить. Где угодно можем рубить деревья. Пожалуйста, рубите, давайте. И там ловушки... Достройте, пожалуйста, обратно. Ну и запасик небольшой древесины тоже пускай будет. Тут, конечно, пипец грязи сейчас, жесть. Но сейчас наш караван вернется. Там наши главные, видимо, уборщики находятся, знаете ли. Так, тут кабанчик у нас. Давайте-ка его разберем на тушку, чтобы мы могли нормальную еду себе приготовить. Холодильник опять забит простыми блюдами у нас. Но хорошо, много еды. Замечательно, всем всего хватает. Так, как там наш караван себя чувствует? Давайте посмотрим. А, так уже пришли. Уже почти на месте, друзья. Они буквально остаются чуть-чуть совсем. Они... будут у нас дома, опять же, друзья, замечательно. Ну и можно будет немножко дать им передохнуть, знаете, и снарядить караван на дальние путешествия вот к этим товарищам, я думаю, да? Они, в принципе, поближе, чем эти. Поближе, чем эти находятся, поэтому, думаю, самое нормальное. Ну что ж, друзья, все, они присоединились. Караван на месте, друзья. Перейти замечательно. Кстати, а мы с вами давайте сразу тоже начнем строить, я думаю, капсулы. Капсулы, конечно же. Возможно, они нам с вами еще пригодятся когда-нибудь. Поэтому на всякие пожарные, пускай они лучше у нас с вами будут. Ну что ж, добро пожаловать домой. Добро пожаловать. Идите, расслабляйтесь, лечитесь и так далее. Кому нужна помощь какая-то, да? Собственно, кабинет наш мед открыт. И квалифицированные врачи вам обязательно помогут, конечно же. В случае такой необходимости. Так, здесь у нас одетка уже настрогала новых поясов щитов. У кого перегнили там или уже подходит к тому времени, собственно, можете переодеваться. И также бронежилеты переодеваете. У кого тоже они... подгнили. Так, Игнат, что нам с тобой делать, Игнат? Правая нога, просто протез. Ну, пока живи с нами, Игнат. Будешь, у тебя отдельная большая комната на одного человека, точнее, рассчитана на четырех, но ты там живешь один, поэтому тебе там вообще, мне кажется, вообще роскошненько очень будет. Так что, я думаю, все в порядке, друзья. Ну что ж, а мы пока что продолжаем крафтить шмотки. У нас собачонок пробежал, ягоды поел нормально. Крафтить шмотки продолжаем и будем потом набирать полную котомку, опять же, с нашими муфала, зарядим караванчик и отправимся на дальний рубеж торговать с нашими друзьяшками. Возможно, у них тоже немножко урана для нас найдется. И, может быть, что-нибудь еще интересненькое.
Друзья, ну и, конечно же, Рэнди нас не мог оставить без чего-нибудь такого типа зараженного корабля. Ну, в общем-то, он и приземлился к нам, опять же, на территорию. И, в общем-то, примерно в то же самое место, где он обычно у нас сейчас и приземляется. Либо сюда, либо сюда. Ну что, корабль-то корабль, друзья. Давайте будем разбираться с ним, что еще нам с вами остается делать-то, в общем-то. Так, давайте ограничения тогда я вам ставлю сразу на базу, все тусуйтесь. Так, на базу все тусуйтесь. Животные тоже, давайте все на базу, короче. Там еды сейчас всем хватит. Просто целая туча еды, я бы сказал даже так. Ну, плюс у вас там еще свои запасики имеются. Ну, а нам точно лишняя сталь, да, лишняя пласталь и компонент тоже. Ну, точнее, не лишние совершенно. Но, тем не менее, давайте сразу не забудем включить здесь оборону, конечно же. Жаба. Будьте любезны, сходи сразу за теми гранатами. И, так, Дэнни у нас, Ди у нас вообще уже отлетела, понятное дело. Так, кому бы дать-то вам из вас? Кена тоже уже почти... Сейчас еще, зараза, как всегда, знаете, не вовремя гул сильный начался женского пола. У нас, значит, все дамочки сейчас будут просто по КД отлетать одна за одной. Что, в общем-то, не очень классно в данной ситуации. Так, ладно, давайте, Дава. Дава, иди-ка займи миномет сейчас. Займи миномет, давай. Будешь стрелять. Будешь у нас стрелять сейчас по кораблю. Давай, поехали, таргет тебе зададим. Не-не-не, туда не надо стрелять, надо стрелять сейчас вот сюда, пожалуйста, бахни. Давай, и пару раз жахни хорошенько, да и желательно, чтобы, конечно, ну, почти у тебя получилось. Давай еще раз, обязательно получится, я уверен, давай. Полетело, да, есть контакт, и у нас охрененное количество здесь. 8 гусениц, 8 уланов, жесть. 8 гусениц и 8 уланов, это что-то как-то перебор, мне кажется, ну ладно. Гусеницы, конечно, так тем более перебор. Ну что, поехали гусениц гасить тогда. Сколько из вас с инферно-пушками? Двоих точно вижу? Надеюсь, что не больше. Надеюсь, что не больше. Так, ну-ка вы это, не агритесь. Давайте здесь обратно все. Бам, хорошо, попало, отлично. Давай продолжай дальше пока стрелять. Я надеюсь, вы не сагритесь на нас сейчас. Ну, не хотелось бы, знаете. Так. Летит, бам, есть контакт, вроде как попали немножко, а может быть и нет, судя по тому, что они не сагрелись на нас. Но, тем не менее, продолжаем стрелять. Растерянность, хант, ну, понятное дело, там все, здравствуйте, гул, здравствуйте, все остальное. Сейчас они все у меня будут отлетать, просто жесть. Так, попали немножко, есть, они побежали опять. Я надеюсь, вы вернетесь сейчас обратно. Надеюсь, вернетесь, вернутся, конечно же. Попали еще, хорошо. Давайте гасить этих гусениц дурацких. 3 с инферно-пушкой вижу, жесть. 4 с инферно-пушкой, друзья. 4 с инферно-пушкой. Это просто жесть какая-то. Садизм свит... ЮПРСТ. Она планирует выместить свою злобу на пленниках. Игнат. Держись, дружище. Так, давайте. Давай дальше заряжай. Мне сейчас интересно, как ты будешь попадать в них. Так, ты там вообще держишься сама-то? Как Дава, как ты себя чувствуешь? А, это у нас мужик Дава. Все нормально тогда, хорошо. Так, свитпи. Игнат ни в чем не виноват. Игнат ни в чем не виноват, серьезно тебе говорю. Ну так, знаешь, на всякий пожарный. Сама еще и огребла, да, видимо, от него. Ну да, ну иди лечись теперь, лол, что поделаешь. Так, что ж, давайте дальше проверять. Давайте смотреть, растерянность башкир. Ну ёпрсты, вы меня сейчас все еще отлетите. Вы вообще сейчас все отлетите у меня, прям вообще все. Прям супер все. Так, есть контакт, слушайте, ну она неплохо так. Ой, точнее, он неплохо так шмаляет по ним. Прям вообще попадает хорошо. Если бы еще он расквасил в итоге пару гусениц, было бы просто шедеврально, на самом деле. Потому что улан это фиг с ними легко разобраться. А тут эти гусеницы толстенькие, скажем так, пухленькие, они, конечно, придают некоторых проблем нам. Особенно с инферно-пушками те, что. Ну, ничего, давай, сколько у тебя там снарядов еще есть? Так, ты нормально? Нормально, спокойно пока. Снарядов еще достаточно, в принципе, чтобы пострелять по ним. Летит, хорошо попали. Так, где уланы? Не-н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 е, рано. Идите, уходите обратно. Кыш обратно. Так, иди пока отдохни. Последний раз сейчас стрельнул. Куда попадешь? Не попал никуда, понятно. Все, иди пока отдохни немножко, чуть-чуть. Да, иди отдохни. Заодно сейчас они все соберутся возле корабля. А то они, смотри, тут уже далеко начали забегать к нам слишком. Слишком далеко к нам. А нам бы лучше с ними здесь разобраться. Здесь, как всегда, уже минус один получается улан, да, у них. Ну, улан это такое, конечно. В любом случае, хорошо, что кто-то не дойдет к нам из них. Очень хорошо, целая орава еще, поэтому. Даже ни одного жнеца в этот раз нету, кстати говоря. Ни одного жнеца. Ну вот гусеницы, конечно, пипец, проблемка. Нельсон стрелять у нас не может, но у него самое нормальное настроение. Сандерс. Дружище Сандерс, иди. Иди ты теперь постреляй немножко, ладно? Чуть-чуть совсем, буквально. Буквально пару раз, тройку, десятков и так далее. Так, ну что, где инферно-пушки? Давайте, бахай по ним. Бах и по ним. Опасно сейчас за кораблем, она, конечно, ходит немножко, но что поделаешь, надо стрелять. Ой, Сандерс, ёпрст, ты даешь.
Ты ж вроде бы дальник у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все-таки перелет-то у тебя, слушай. Жесть, да, он стрелял гораздо лучше. В разы лучше тебя стрелял. Ну ладно, давай, может быть, он сейчас перестреляется. Так, хорошо, бахнули еще раз. Корабль 59% опасно, минус еще один улан. Ну, хорошо, конечно, но лучше бы минус гусеница, конечно, была. Минус гусеница, так, как ты себя чувствуешь? Ослаблено, ослаблено, ослаблено. Движение работы ослаблено. Так, ослаблено, ослаблено. Ну, не то чтобы прям, знаете, очень плохо, но... Как-то так она себя чувствует, конечно. Как-то так. Так, давай по ним только жах, и ладно, по ним именно жах, и сейчас как раз. Отлично, хорошо, попал, молодец. Минус еще один улан. Так, глядишь, сейчас от уланов избавимся таким макаром. Они здесь еще у нас идут. Сколько у вас осталось вообще, дружище? Надеюсь, посмотрим на тебя. 5 уланов еще осталось, но вот в гусеницах проблема, конечно. В гусеницах вся проблема-то. А не в уланах получается. Так, давай-ка мы немножко тебе сейчас таргет сменим вот на эту товарищницу. Сюда жахай, ладно. Так, вы идите обратно, идите обратно. Попал, молодец. Все, пока аборт мишен. Пока аборт мишен, иди отдыхай. Сейчас они... Так, вы к нам не бегите. Эй, стоп. Все, обратно ушли. Молодцы. Молодцы, обратно идут. Идите к кораблю давайте, да. Идите к кораблю. Так, ну что, как наши гусеницы себя чувствуют? Так, минус еще один улан, кстати говоря, здесь. У нас лежит хорошо. Хорошо. Так, этого остается... Нет. А, еще жнецы все-таки есть. Слушайте, я не заметил их сначала. Было два жнеца. Два жнеца у нас с вами все же есть. Ну ладно. Два жнеца тоже не беда, в принципе, у нас там ловушки. Все-таки вы же поставили ловушки, да? Да, успели поставить, немножко ловушек есть, но они, наверное, их ископытятся, в принципе, я думаю. Так, ну вот гусеницы. Да, гусеницы, конечно, это проблемка небольшая такая, знаете, маленькая, чуть-чуть совсем. Перед. Перед, как себя чувствуешь? Подбирает кукурузу, зачем? Ты готовить хочешь? Нет, подожди, сготовка, иди займи миномет. Давай, занимай миномет. Сейчас мы тебе настроим, куда стрелять тоже нужно, и немножко постреляешь. По нашим... А, ну в принципе нормально все настроено, давай жахай. Сейчас минус корабль будет, стопудово минус корабль, и тогда придется нам с вами сразу обороняться, да? Ну, скорее всего, так и есть. Йо, как хорошо! Так, 59 также осталось, отлично, но... Такое себе, конечно, ранение у меня, но тем не менее. Отходите, давайте, и сейчас по вам будут жахать. Так, 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 жах, есть. Ну, блин, мимо попало. Попало, к сожалению, мимо. Так, давайте. Давай сейчас немножко сменим таргет, тут по этой жахни, ладно. Успеешь, не успеешь. До корабля. Желательно. Мимо. Ой, как далеко, ёпрсте. Ну давай, прицелься хорошенько. Прицелься хорошенечко и стрельни по ним, ладно? Ну почти, было близко. Было близко. Я думаю, сейчас еще один выстрел, и они по кораблю попадут, и все будет. Так, по ним попало, по кораблю не попало. Отлично, очень хорошо, очень хорошо. Мне это нравится. Так, и нужно продолжать стрелять. Чтобы не минуснуть корабль пока что. Давай-ка вот по этим жахни. Они тут дальше всех получаются. Так, летит, не попало, понятное дело. Так, давай-ка по этой. Заряди немножко. Может быть, успеешь жахнуть. Так. Ох, хорошо, минус уланы, друзья. Минус уланы, но не минус корабль. Это просто прелестно. Просто замечательно. Давай еще раз жах. Так, мимо. Ну, тут хорошо было, прям двоих пришпандоприло. Итак, что мы с вами сейчас имеем на данный момент? У нас с вами есть еще три улана. Три улана, один жнец, все они изранены, я так понимаю, да? Ну, хотя нет, уланы целенькие, целехонькие. Два из них, остальные такие себе. Конечно, гусеницы, конечно, гусеницы. Можно убить гусеницы, пожалуйста? Вот тут есть раненые, ну, такие что-то себе, на самом деле, раненые они. Ослабленные, ослабленные. Но с ними уже быстрее можно будет разобраться, чем, знаете, с фулл хэповыми, скажем так. С фулл здоровьем, когда у них, естественно. Так, давай еще раз жахни. Еще жахай, 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 нормально. Бахнешь там хоть сколько-нибудь, уже будет хорошо. Так, Росомаха что-то там бесится уже, понятное дело. Ёб твою мать, дивы там дерутся, а. Как же все не вовремя. Как же все не вовремя. Этот гул дурацкий случился, еще всякая эта байда. Так, ну давай еще выстрел. Куда-нибудь в кучку желательно. Так, мимо, почти, давай. Прицелься получше немножечко. У тебя обязательно получится. Все, видимо, минус корабль, да? Да, минус корабль, друзья. И они не идут в атаку, конечно же. Так, Перед. Перетучка, стой пока, попробуй стрелять еще. Все, кроме Перет. Все, кроме Перет, кроме Нельсона, получается, да? Все, кроме... Все остальные сюда, давайте. Выходим, друзья, придется вам сейчас немножко повоевать. Надеюсь, вы там сильно отлетать не будете. Понятно, уже начинаются отлеты. Подлеты, прилеты и так далее. Одет у нас минуснулась. Ой, Китти, давай вставай сюда. Башкир, иди сюда. Сандер, вставай сюда. Где жаба? Жаба, 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 жаба с гранатами. Давай сюда, дуй. Вставай на свое место, любимая. Так, а детка у нас минуснулась. Хорошо, Дэнни, иди под страхуй немножко. Иди пострахуй. Кена, встань сюда. Свитпи, что у тебя там такое со здоровьем? Нормально все, да? Более-менее хорошо.
вставай сюда, Светлишка, давай, Фабио. Иди сюда. Дива, вставай сюда. Так, пока стойте. Значит, Фип, давай на свое место. Ингрид, тоже давай на свое место, любимая. Стойте здесь. Так, где они идут? Они уже бегут. Они уже бегут, гусеницы уже ползут. Но пока потихонечку ползут, видимо, да? Полигонечку. Ну, пускай ползут, будем их встречать, что еще сделать. Жаба, давай, начинай накидывать потихоньку сюда, пока ты у нас одна. Так, кому выдать-то еще гранаты, елки-палки? Перрот, я думаю, ладно, ты свободен, тогда давай ты у нас сейчас покидаешь гранаты как раз-таки. Блин, на грани уже. Ладно, иди отдыхай тогда. Иди лучше отдыхай. Иди лучше отдыхай. Так, Дива. Дива, иди возьми гранаты. Будешь сейчас у нас стрелять. Будешь сейчас ими бахать у нас. У нас Хант пришла в себя, кстати, или пришел. Кто-то у нас, не помню, пришла. Но, тем не менее, Дива, давай, иди сюда тоже. Так, растерянность одетка. Так, минус 2, тут уже все хорошо. Грузовые контейнеры к нам упали, что там приземляется. Это что такое? Ткань. Соберем, пускай валяется на складе, почему нет. Так, здесь все хорошо. Минус еще один. Ну и остается, получается, только у нас еще один жнец, да, израненный. И гусеница, конечно, самая жесткая. Но это гусеница, друзья, нам с вами нужно как-то против них выстоять будет сейчас. Так, Дива, тоже давай накидывай, короче, потихоньку. Потихонечку, полигонечку. Так, вот она кинула, теперь ты кидай. Бам. Все, хорошо, бам. Отлично, хорошо, замечательно, так и кидайте. Так и кидайте, Джонс, иди постраховывай Диву, если что, здесь будешь стоять. Так, Дэнни, иди сюда. Далее, Дава, вставай здесь тогда. Росомаха, ты там как в целом? Подожди, ты как там в целом, нормально все тебе? Ушибленный весь. Ладно, иди отдыхай тогда. Иди отдыхай. Так, Хамс, иди сюда. Вставай. Я надеюсь, таким отрядом мы с вами справимся, в принципе. Ну, должны справиться. Жнец не проблема. Проблемы начинаются потом, друзья. Сейчас опять будут у нас с нами минус стены, видимо, да? Минус стены и куча взрывов. Очень невероятная, огромная, большая куча взрывов, потому что там у нас все очень плохо будет. Так, Хамс спит на стрессе, поэтому пускай спит. Все, главное, здесь не отлетайте, пожалуйста, мне никто, ладно, желательно. Я бы вас очень сильно попросил об этом, серьезно. Так, плюс жнец, точнее, скорее всего, минус жнец, застанился уже к тому же. Ну, ему здесь не сдобровать явно будет. Давайте убить его. Все, минус жнец, остаются гусеницы. Ждем гусениц, друзья. Они уже на подходе. И есть хорошая новость, друзья, прекратился гул у нас невероятно. Просто замечательно. Кен у нас сейчас, мне кажется, скоро отлетит, иди отдохни тогда. Фабио, встань сюда. Не нужно вам отлетать. Я не знаю, стрелков маловато, честно говоря, у нас сейчас. Так, Дэнни что-то там делает, непонятно еще. Хант у нас спит на стрессе. Кена тоже на грани практически. Нельсон одета отлетела. Вот такой у нас отряд здесь получается. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Должно быть хорошо. Давай, так, первая гусеница, это Инферно. Гусеница с Инферно пушкой. Как она себя чувствует, давайте посмотрим. Хорошо себя чувствует, к сожалению. Всего лишь движение и работа ослаблена, но мы будем пробовать сейчас застрелить, прежде чем придут другие ее друзья. И там прям целый такой, знаете, отряд к нам идет. Прям целый отряд. И она, к сожалению, не застанила сейчас. Есть стан. Есть стан. Стреляем. Давайте стреляем. Настреливаем, чтобы она у нас отъехала поскорее, друзья. Так, пока у нее сейчас не случился выстрел, желательно. Все, минус гусеница, хорошо. Следующая на подходе. Застанилась замечательно. Стреляем в нее тоже, естественно. Там еще одна тоже застаненная. Всех станем, друзья. Устойчивости нам не нужны, нам нужны станы. И только станы, друзья. Все встанем, всех стреляем. Замечательно, пока все хорошо. Ооо, живодерство Фабио. Так, не есть хорошо. Арестовываем, твою мать, арестовываем. Дава. Пожалуй, есть, все, арестовалось, хорошо. Фух. Так, у нас не хватает здесь вообще стрелков сейчас. Солнечная вспышка еще замечательно, просто прекрасно. Так, кто у нас бегает, ничего не делает? Перрот, извини, но не спи, пожалуйста, иди сюда, нам нужны стрелки. Нам нужны стрелки, у нас сейчас отключилась вся электроэнергия. Это просто, блин, шедеврально. У нас минус ряд пушек, считайте, мы стреляем только своими энерговинтовками, друзья. Одета решила выйти погулять, ну ты одета даешь. Просто нечего сказать, невероятно. Одета молодец. Ага, летит, но летит весьма криво, вообще насрать на него. Так, инферно пушки, друзья, ох, Кити потушила, молодец, умничка. Здесь пушка, возможно, взорвется, возможно, ее потушит. Нам нужны срочно стрелки, нам, ох, в жабу прилетает, жаба. Дэнни,
Туши, туши жабу. Да не туши жабу, пожалуйста. Потушил, все, молодец. Одета горит, но она... Так, жаба, ты куда побежала? Иди на место. Жаба на место, да не иди сюда. Продолжается наш обстрел, обстрел нас, точнее, инферно-пушками. Одета творит полную херню, в диву попадают. Дива откисает у нас, отлетает, к сожалению. И у нас остается три гусеницы, видимо, еще в здравом уме. Тоже, к сожалению, но весьма израненные. Инферно-пушки сейчас дадут свой очередной, мне кажется, залп. Здесь никто у нас ничего не тушит, почему, непонятно только. Мне кажется, нужно вас разбудить, друзья, чтобы вы немножко потушили это дело. Так, ну-ка. Росомаха-то там как, кстати говоря, в целом себя чувствуешь? Тушим по-прежнему. Ну, сорян, давайте-ка, друзья, товарищи, идите тушить огонь, пожалуйста, ладно? Бегом тушить огонь, бегом тушить наших поселенцев. Дива отлетела, очень-очень жаль, что отлетела. Но, к сожалению, пока вот так вот ничего не поделаешь. Так, стреляем, продолжаем, не даем стрелять им. Жабенция накидывает, встанет потихонечку гусениц, это хорошо. Это хорошо, возможно, скоро они отлетят. Так, одета ты у нас все еще на отлете. Нельсон, спасай Диву. Спасай Диву. Давай, забирай ее. Жаба молодец, жаба умничка справляется. Как она себя чувствует в целом? Только ожоги, хорошо. Дива, что с Дивой? У Дивы кровотечение не опасно, но нужно ее спасти. Нужно ее спасти. Осталось две гусеницы всего лишь на все. Нету стана, к сожалению, у гусеницы. Все, отлично, отлетела. Осталась только одна гусеничка. Мы с ней должны справиться на ура. Ее давайте станете и будем ее убирать отсюда вообще, пока она не решила стрельнуть. Все, друзья. А, нет, не все, не все, не все. Как всегда, еще есть одна подружка, которая где-то плелась позади. Но она сейчас ее получит. Так, здесь спасение идет полным ходом. Одет, ты бы пришла в себя, что ли, даже не знаю. Ты как-то ходишь, гуляешь, там, знаешь, не очень. Так, Джонс. Что с тобой делать? Ладно, там одна осталась. Джонс свободен. Дэнни, постарайся пока до конца, ладно, все-таки. Хам свободен. Здесь, давайте, да, потушите огонь, правильно. Правильно, потушите огонь. Нормально. Хорошо придумали, молодцы. Так, начинаем. Жаба. Закидывай жаб, пожалуйста. Жаба, закидывай давай сразу. Пока не... Сейчас минус одета будет, да? Не будет. Не будет минус одета. Не будет, конечно же. Застанили ее. Отлично. Отлично застанили. Хорошо. Умнички. Одета просто на грани, знаете, ходит на грани фола. Все. Все, друзья. Это победа. Это победа. Всем большое спасибо. Все свободны. Отдыхаем. Откисаем. Собираем все, весь этот лут и несем на переработку, конечно же. И ждем, когда восстановится чертова электроэнергия, когда она так не вовремя отключилась. Да. Рэнди, конечно, иногда, знаете, умеет подлить масло в огонь, скажем так. Но, тем не менее, мы с вами справились. И нам нужно остается только что сделать правильно. Послать Ингрид для того, чтобы разобраться с кораблем. И здесь забрать вот этих ребят. Тоже забрать к себе. Ограничения вам снимаю, конечно же, сразу же. И животные тоже пускай таскают, вам помогают в этом деле, друзья. Так, питомцы. Кого там, куда? Я уж не помню. Хаски. Так, щенок на месте. Так, хаски сюда, щеночки, варги пошли на пёселя, эти пока на месте мелкие, куджи варг на пёселе, естественно. Так, это у нас курица, где муфала, рысь на пёселе, и медведи, получается, кроме медвежонка тоже, естественно, на пёселе. Всё, балдёж, помогайте, давайте распределяем и восстанавливаемся после данного происшествия. Что ж, друзья, ну а мы пока с вами на этом завершим, пожалуй, серию. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну а мы с вами, конечно же, как всегда, увидимся. И, друзья, не забывайте, что у нас сейчас в группе проходит голосование по поводу выбора игр на новогодние стримы. Друзья, заходите, голосуйте, выбирайте игры, которые вам приглянулись. 10 групп, соответственно, 10 ваших голосов. Ну а я убежал, всем пока.